вопрос тебе лично. Хотел такой же мини-тест-драйв сделать, как ты делал. Ну, на костях, конечно, у меня не получится, но на бутылке с водой я сейчас попробую продемонстрировать это все. И надеюсь, у нас все получится. Ну, давайте приступим к тесту. Ох, немножко обрился, ничего страшного. Ну, в принципе, сомнений не было. Мачете справился отлично. Мачете очень действительно острый. И всем рекомендую. Заказывайте. Заказывайте у Дениса. Клевый. Денис, жди заказов. Недавно я тебе, кстати, нож заказал. Маленький складной. Жду его с нетерпением. Спасибо. Удачи.